В Чебоксарах в очередной раз собрались горячие сердца. Юные пожарные со всего Поволжья съехались на региональный этап ежегодного смотра конкурса пожарных дружин. Я с рождения хочу быть пожарным, мчаться в красной машине своей и бороться с пожаром коварным и спасать из огня малышей. Мы команда Дюк Экстрим. Мы приехали из самой дружелюбной, самой многонациональной, самой красивой Республики Мария. И мы хотим вам пожелать по-русски. Будьте счастливы по-марийски, пиалам лиза, по-чувашски, телеле пулар. Кроме марийцев, к нам приехали ребята из Мордовии, Ульяновской, Республики Татарстан. В конкурсе участвуют и дружинники из разных районов Чувашии. Всего 14 команд, победители местных этапов. Эти мальчишки и девчонки не понаслышке знают, что маленькая спичка иногда приводит к большой беде. Все, кто занимается вопросами безопасности, понимают опасность огня, они, конечно, уже победили. Они не допустят беды ни рядом с собой, ни, наверное, ни у своих близких, родных. Они спасут и не дадут развиться сложной ситуации, наверное, вот в своем окружении. На слете будущие пожарные не только пели и танцевали. Строгое жюри оценивало видеоролики и стенгазеты с фотоотчетами о работе дружин. Кроме живого выступления, судьи познакомились и с конкурсными работами команд из других городов Поволжья, присланными на электронных носителях. Заодно и мы у них чему-то поучимся. Потому что я, казалось бы, все знал уже про работу пожарного. Сейчас послушал выступление нескольких команд, понял, что оказывается не все. Оказывается, дети нам открывают на что-то глаза. Лучшими признали две команды. «Зоркое око» – город Саранск, Мордовия, и «Агент 01» из Чебоксарской школы номер 47. В ближайшее время победители отправятся в Москву на финал, где будут представлять Приволжский федеральный округ. Ничего не Титарчук, Николай Яковлев, Республика.